Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит. Писал в свое время Пушкин в романе «Евгений Онегин». Кто же это такая Охтенко? Так вот, Охта в свое время была заселена финнами, которые содержали коров и обеспечивали практически весь Петербург молоком. Охтенками называли женщин-молочниц, которые в обязательном после замужества платочке разносили по домам молоко и сливки. Им приходилось вставать в 4 часа утра, а затем пробегать по городу с тяжелой ношей больше 20 километров в день. Каждая из торговок обслуживала до 10 семей. Причем юные охтенки приобщались к труду с 12 лет, потому что профессия молочницы могла обеспечить относительную материальную самостоятельность для девушки. Сам памятник Охтенке открыли в 2003 году в день рождения Александра Пушкина. Авторский коллектив в составе Свешникова, Неймана и Короленко воплотил в бронзе тот самый образ жительницы Охты. К слову, женскому лицу статуи приданы портретные черты жены скульптора Элеоноры Свешниковой. Охтенка смотрит в сторону существовавшей до 1911 года переправы к Смольному. В зимнее время по льду, а летом на маленьких лодках молочницы перебирались через Неву к Смольному монастырю, а оттуда с тяжелыми кувшинами отправлялись по городу. Охтенка по праву считается одним из символов Красногвардейского района, а еще красивой, изящной и в то же время сильной женщины-хозяйки. Можно сказать, пример для современных девушек. Найти памятник можно на пересечении Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции, рядом с садом Нева. Именно оттуда Охтенка уже много лет пытается донести свой кувшин жителям Петербурга.